консервы, колбаска, немного фруктов. Вот, держите. Ну, чуть-чуть сладенького, как говорится, и, конечно, вот, немножко черной икорки. Господи, вот Борис. Ефремович, можно просто Борис? Все нормально, все хорошо. Я не понимаю, Борис Ефремович, ну... Да тут понимать нечего, Надежда Сергеевна. Как говорится, кушайте на здоровье. Спасибо, конечно. Да вы посудите сами. Ну зачем мне все это изобилие? Ни к чему. А у вас вот ребенок. Пусть ребенок побалуется. Я не ребенок. Славик. И к тому же, вы знаете, я вам скажу по секрету, я не поклонник всего этого. Нас было в семье пятеро на печи. Отец на тракторе, мама сельская учительница. Вот и не приучили ко всему этому. Знаете, мы были все больше специалистами по картошке. Я понимаю. Теперь уже привыкать поздно. Ну, богатырь, держи ириску. А мне бабушка запрещает сладкое перед обедом есть. Слав, ну иногда же можно сделать исключение. Ну ничего, ничего. Потом съест, да? Да и то верно. После обеда будет правильней. Ну все, Надежда Сергеевна, побежал я. Извините еще раз за вторжение. Ну что вы. Дочке низкий поклон. Я обязательно передам Борису Ефремовичу. Ну давай, пока, богатырь. Я вас провожу, а то у нас там замок сложный. Иногда заклинивает. Спасибо вам, Борис Ефремович. До свидания. Утешева? А ты-то чего прискакала в такую рань? Марик, так вызвали. Репетицию у меня полгода не играла. Да отменили твою репетицию. Утром день спектакля сделаю для тебя технический. Ты же у нас талантливая, на лету хватаешь. Здравствуйте, Варя. Привет, Петь. Здравствуйте. Я не понимаю, но я же с Лебедевой в очередь буду играть. Да нет больше никакой Лебедевой. Как одна играла, так и будешь. Все свои роли одна играть. Так. А почему? А ты что думаешь, никто не в курсе? Кто тебя до дома провожал? С кем ты на залив отдыхать ездила? Ясно. И что? А ты думаешь, все вокруг тебя по уши из дерева? Я ушел. Решу правление. Марик! Марик! Все хорошо, Утешева. Держим спинку. Господи, Лаптев! Что у тебя здесь происходит? А? Мышка моя пришла, мышанечка. Ну ты хоть бы форточку открыл. А я для моей мышки котлетки готовлю. Ой, а чем у тебя пахнет? Ты что, опять пиво пил? Самую малость для аппетита. Можно подумать, он у тебя когда-то отсутствовал. Форточку открой. Хорошо. Мышка, картошечка. Лаптев. Мне срочно нужна твоя помощь. Понял. Салатик я уже сделал. На стол накрыл. Сейчас покушаем, чекалдыкнем по рюмочке, и ты мне все расскажешь. Да какая рюмочка? Что, совсем ошалел? Мышка, мышка. Все болезни у людей начинаются либо от нервов, либо от голода. Сейчас тебя покормлю, покушаешь и успокоишься. Да не успокоюсь я. Помнишь, я тебе говорила, что я встретила на заливе Зайкова? Ну, с какой-то девкой. С артисткой. Ну да, что-то припоминаю. А сегодня я была у Нельки, его жены. Ой, печальное зрелище. А что такое? Нет, ну она оказывается в курсе, что Боря гуляет. Ну и делает вид, что ей все равно, что ее это не волнует. Но с самого утра хлещет коньяк. Тебе одну котлетку или две? Лаптев, ну подожди ты со своими котлетками. Ты понимаешь, что Нелька спивается? Понимаю, я тебе две котлетки положу. Лаптев! Все-все, кладу и слушаю внимательно. Это письмо нужно отнести в ЦК. Куда? В Центральный комитет Коммунистической партии. И чтобы оно не затерялось по дороге.
дошло завтра, в крайнем случае послезавтра. И легло на стул какого-нибудь ответственного секретаря. Ты меня понял? Мышаня, это такая канитель. Надо идти к начальству, падать в ноги, писать обоснование. О. А мне наплевать, что ты там будешь писать. Ты у меня генерал КГБ или просто погулять вышел? Или тебе наплевать, что человек, что моя лучшая подруга может погибнуть? Лаптев, а может тебе и на меня наплевать? Ой, ну, мышанечка, ну не начинай, я понимаю, да. Нет, ну ты скажи. Тебе наплевать на то, что он меня всю жизнь исковеркал. Для тебя же это все бирюльки-бирюлечки. Ну, хватит, а. Знаешь, как мне было тяжело, когда он со мной как шавкой под заборной обошелся. Я ведь руки на себя хотела наложить. И мне было 20, а Нельке за 40. И что с ней будет, даже страшно представить. Ну, что ты такое говоришь? Ну? И это все на моей совести. Я должна руку ей подать, а не подаю. Я должна ей помочь, а не помогаю. Потому что мой любимый муж, видите ли, считает, что это... Это канитель. Ну все, хватит, мышанечка, ну давай покушаем спокойно. Да пошел ты нахрен, Валя, со своими котлетками. Мама? Нашего, а это что? Разве сама не видишь? Да, мам. Вот ананас, вот шоколадка, вот банан. Славка, давай-ка иди на кухню, посмотри там мультики. Ладно. Давай-давай. Мама, я вижу, что это. Я спрашиваю, зачем ты это взяла? Ну, а как я могла не взять? Ну, Варя, Борис Ефремович позвонил, спросил тебя к телефону, тебя не было. Он попросил разрешения заехать. Ты мне скажи, ты не понимаешь? Вот ты не понимаешь, во что вот это вот все... Может, выйти. Ну, ты же меня не спросил, когда ты собралась с ним вон на прогулку ехать. Мама, у меня был вывих. Вывих, он просто предложил показать мне врачу, и все. А, ну а теперь он просто привез продукты, и все. Мама, он женат. Угу. Вот это ты понимаешь? У него семья. Угу. Ну и что? Разве женатому человеку запрещается с другими женщинами дружить? Дружить, мама! С женой он будет дружить по ночам, а со мной он будет дружить от случая к случаю, так? Варь, ну я тебя прошу, ну присмотрись ты к Борису Ефремовичу. Ну, пожалуйста. Ну ведь хороший же он мужик. Ну видно же, что хороший. Ты меня слышишь вообще или нет, мама? Он мне даже не нравится. Ах, не нравится? Мне не надо ничего от него. Я не хочу с ним иметь никаких отношений. Варя, а мне знаешь, чего хочется? Чтоб... Что? Мам, ты чего? Что, плохо сердце? Мама! Подожди. Подожди, Валька. Что? Сейчас. А вообще, Варя, это твоя жизнь. Тебе решать. Это он, наверное, звонит. Третий раз уже. Скажи ему, что меня нет. Сама и скажи. Алло. Да, Борис Ефремович. Да, здравствуйте еще раз. Нет, почему? Вот, рядом стоит. Да, сейчас передам. Да, Борис Ефремович. Здравствуйте, Варенька. Меня в Москву дернули. Но завтра к вечеру я хочу вернуться. Я знаю, что у вас завтра спектакль. Так вот, может быть, после спектакля я за вами заеду, и мы где-нибудь поужинаем? Борис Ефремович, вы простите меня. А где-нибудь это где? Ну, я не знаю. Где люди ужинают? В каком-нибудь ресторанчике?
Вы знаете, да. Да, Борис Ефремович, я хочу с вами встретиться. Мне кажется, нам есть о чем поговорить. Ну вот и договорились. Значит, я заеду, и мы обо всем и поговорим. Да. Очень рад был слышать ваш голос, Варенька. До свидания, Борис Ефремович. До встречи. Да. Егор Яковлевич, к вам Зайков Борис Ефремович. Жду. А. Извини. Фу. Извини, Егор Яковлевич, что задержался. Рейс из-за тумана. На час отложили. Присаживайся. Ага, спасибо. Ну что, как ты думаешь, друг ты мой любезный? Чем я тебя в Москву пригласил? Ну? Наверное, думаешь, что я тебе уже кабинет на Старой площади приготовил. Пакуй, мол, чемоданы, добро пожаловать в ЦК. Нет, Боря, не затем. Спросить хочу тебя. О чем спросить? Вопрос у меня к тебе имеется. Ну, спрашивай, спрашивай, не тяни. Что ж ты творишь-то, а? Сукин ты сын! Ты что тут устроил-то, а? Подожди, подожди, Егор Яковлевич. Подожди, ты коней-то попридержи. Ты можешь нормально объяснить, что случилось? Вот, почитай сам. Ну, как оно? Нравится? В оперетку, значит, потянуло. Музыки, танцев захотелось. Ну да. У вас-то здесь в ЦК все сплошь ангелы с крылышками. Может быть, и не ангелы, Боря. Но, как ты справедливо заметил, они уже в ЦК. А ты еще нет. Тебе не то, что в оперету. В туалет надо ходить и оглядываться. Я его тяну 5 лет. 5 лет тяну изо всех сил, а у меня танцюльки устраивать. Ведь только-только Свердловскую историю удалось твою замять. А ты опять на те же грабли! Ты мне в ЦК не за красивые глазки нужен. Мне там свои люди нужны. Очень нужны. Решительные, серьезные люди. Страну спасать надо. Она уже и так трещит по швам. Нет, ну хорошо, что эта писулька попала к моему секретарю. А если бы кому другому? Ну ты представляешь, что могло быть? Значит, короче, так. Не для того я тебя за 800 верст тащил, чтобы за советскую власть агитировать. Либо ты забудешь про всех своих актерок и на все другие случаи все, что на тебе выросло, узлом завяжешь. Либо я тебя сам в твой Задрищенск зашлю до конца твоей жизни. Ты меня понял? Эх, Боря, Боря, не тем местом думаешь, а пора бы уже думать головой. Здравствуйте, Борис Ефремович. Здравствуй. Сверни-ка в лесок на минутку.
Ну вот что, Миша. Разговор у меня к тебе. Даже не разговор, а просьба. Сегодня вечером я с Варварой должен был встретиться после спектакля. Так вот, я не смогу. Егор Яковлевич включил меня в делегацию по культурному обмену. Сегодня вечером опять в Москву, а завтра лечу на Кубу. Значит, с Варей встретишься. Вместо меня ты. Подождешь ее после спектакля, вручишь цветы и не за углом где-то, а так вот. Прямо у служебного входа, чтоб все тебя видели. И артисты, и администрация. Потом отвезешь девушку в ресторан, проводишь до дома. А если она не захочет идти со мной в ресторан? Ну, а ты сделай так, чтобы она захотела. Ты же у нас мужик видный. Постарайся. А через пару дней позвонишь ей и узнаешь, как дела. Ну, не надо ли чего. Можете в кино с ней сходить. Гарика ее куда-нибудь своди. Вы имеете в виду Славика? Ну да, Славика, Славика. Вот на, это тебе на текущие расходы. Кстати, машина тоже в эти дни в твоем распоряжении. Держи. Зачем вам это все, Борис Ефремович? Деньги возьми. Молодец. Вот так. Знаешь, вообще-то я тебе объяснять ничего не обязан, но я скажу. Нравится мне эта девушка, очень нравится. Понимаешь, есть, правда, одна маленькая загогулинка. Я все-таки женат, если ты помнишь. И сейчас не самое подходящее время от жены на сторону бегать. Вот ты меня и прикроешь. Все люди должны думать, что это не у меня с Варей отношения, а у тебя. А я так просто вот рядом стою. Не нравится мне эта идея, Борис Ефремович. Что? Да плевать мне, нравится она тебе или нет. Послушай, Мишаня, мы же с самого начала договорились, что будем дружить. А друзья должны помогать друг другу. Вот и помоги, и тогда у тебя все будет хорошо. Тебе, наверное, наши шоферюги из гаража уже рассказали? Что с моим предыдущим водителем случилось? Представляешь, дружили мы с ним, дружили, все нормально, и вдруг раз, перестал дружить со мной. Хвост на меня стал поднимать, да? Теперь он где-то лес валит в местах не столь отдаленных. Выяснилось, что он, оказывается, наркотиками торговал. А на следствие всплыли другие темные стороны его биографии. А уж твою биографию, Мишань, я очень хорошо изучил. Ладно, поехали. Да, Мишань, а теперь самое главное. Ты должен сделать только вид, что за ней ухаживаешь. Понял? Чтобы пальчиком ее ни-ни. А то я видел, как ты на нее на заливе смотрел. Она моя, понял? Моя. Не дай бог, если я что-то узнаю. Ну, ты мужик умный, да? Ты все понимаешь. Понимаешь? Не слышу. Понимаешь? Понимаю. Молодец. Молодец. Ну, теперь поехали. Действительно так считаешь? А чё? Я что-то не так написала? Не так. Слово «подстилка» пишется через «о». Кроме того, в таких случаях лучше пользоваться своей губной помадой. Теперь пошла вон. Варя... Пошла вон! Привет. А куда это молодое поколение так торопится? Варь, ты чего? Это коза колченогая тебе что-то нарисовала?
Ты что, расстроилась, что ли? Думаешь, чего она бесится? Она и сама на твоем месте не прочь оказаться. На каком таком? На моем месте? Да ладно тебе. Лучше расскажи, как у тебя с ним дела-то. С кем с ним? Ну, чё ты как не родная. Ну, давай рассказывай, интересно же. Что мне рассказывать? Что мне рассказывать, если вы и так уже все за меня решили? Вы же все знаете. Одним он улыбается до ушей, другие убить готовы. Кольцо это... О! Ха! Света! Растянули! Кольцо растянули! Я год не могла допроситься! Растянули! Так, значит, слушай меня. Света, заруби, пожалуйста, себе на носу и другим можешь передать. У меня с ним никаких дел не было, нет и не будет. Поняла? А это что за хмурь с цветами? Дорогие мои, я вас все что угодно. Привет. Привет. А где Борис Ефремович? Он просто звонил, говорил. В командировке, Борис Ефремович. Я сам по себе. Но он знает, что ты будешь меня встречать? Да какая разница? Знает, не знает. До свидания. До свидания. Понятно. А это мне, как я понимаю? Тебе, кому же еще? Так. Дальше что? Я столик в кабаке заказал. Поедем, я на машине. А если Борис Ефремович узнает? Расскажешь, узнает, не расскажешь. Короче, ты едешь или нет? А после кабака мы куда поедем? Там видно будет. Ты едешь? Не хочешь, как хочешь. А ну, стой. Ну уж нет. Поехали. Поехали, поехали. Добрый вечер. Добрый вечер. Прошу вас. Ну, я жду. Не желаете еще шампанского? Чего? Когда ты начнешь за мной ухаживать? Ты же не просто так меня сюда пожрать привез. Пожалуйста, ваш счет. Не просто. Очень хорошо для начала. Можешь еще что-нибудь сказать, чтобы закрепить успех? Что сказать? В таких ситуациях обычно делают комплименты. Ну, хотя в твоем случае можно обойтись шуткой или забавной историей. У тебя были в жизни забавные истории? Сейчас не припомню. Ну, не страшно. Вспоминай пока. А пожрать нам все-таки не помешает. Можно вас? Да. Я надеюсь, обкомовские шофера прилично зарабатывают? Нормально. Хорошо. Я слушаю вас. Так, что тут у нас есть? Черная икра. Две порции. Хорошо. Трюфель у вас есть? Нет. Есть жульен из шампиньонов. Жалко. Миш, ты знаешь, что такое трюфели? Пирожные какие-то. Миш, не позорься, трюфели – это грибы. Хорошо, давайте ваши шампиньоны. А к этому всему шампанского, бутылку. Хорошо. Но только не советского, конечно. Как скажете. Ты что будешь пить? Я за рулем. Миша, у нас обкомовские номера, ну кто нас остановит?
Тогда мне водки 150. Ни в коем случае. Какая может быть водка? Мой спутник будет пить коньяк. Да и я тоже. Хочу вот этот, французский. 200 грамм. 200 грамм. Хотя нет. Несите 300. 300 грамм. Миш, женщину для пущей надежности нужно как следует подпоить. Понял? Ну и что-нибудь из мяса. А что тут у вас подороже? Вот это. Хорошо. Что-нибудь еще? Пока все. Это вкусно. Попробуй. Не хочу. Попробуй, попробуй. Я же сейчас все это съем, придется опять по новой заказывать. Ешь. Слушай, а я сегодня удивилась, когда тебя увидела. Мне почему-то казалось, что я тебя раздражаю. Ошиблась, выходит. Бывает. Или не ошиблась? Или одно другому не мешает? Что не мешает? Ну как что? Я тебя раздражаю, но при этом ты хочешь со мной переспать. Слушай, а что ты со мной в ресторан-то поехала? М? Отказалась бы и точка. Или очень приятно надо мной измываться? Очень. Очень, Миша. Приятно. Мне, знаешь, тоже не по душе, когда меня принимают за девушку легкого поведения. А за кого я тебя должен принимать? Расскажи мне, пожалуйста. Или, может, скажешь, что по любви с Зайковым на залив поехала? А? Или Борис Ефремович с ума тебя свел? Жить без него не можешь? Любовь с первого взгляда у тебя? А чтобы на залив поехать, нужно обязательно проституткой быть? Да ты знаешь, я на таких, как ты, вдоволь насмотрелся. Вам же все равно с кем под одеяло-то лезть. Самое главное, чтобы звездочек на погонах было побольше. Да кабинет повыше. А, да, самое главное забыл, чтобы кошелек потолще был. И где ж ты на нас таких насмотрелся? Да везде, пачками возил. Да тошноты. Ага, я поняла. Все равно не понимаю. Если, по-твоему, меня интересует только генерал и департначальство, ты-то куда лезешь? Ты куда лезешь со свиным рылом в калашный ряд? Или я, по-твоему, безотказна? Или начальник в дверь, шоферня в дверь, так? А не так, что ли? Слышь, ты! Зайков твой сам до меня докопаться стал, я его об этом не просил. И нужен он мне, как рыбий зонтик, и у меня с ним никогда ничего не было и не будет, чтобы он по этому поводу не думал. Во-первых, потому что женатый мужчина меня не интересует. Во-вторых, потому что меня сейчас вообще мало что интересует, кроме сына и работы. И не может интересовать в силу определенных обстоятельств. И очень жаль, что никто этого не понимает, и ты в том числе. Хотя, господи, чего я от тебя-то хочу? От тебя-то я чего хочу, Миша? Миша, ты же всем этим своим начальником завидуешь, да? Миш, как они хочешь быть? Ну, ты служи. Ты служи, Миш, служи. Выслужишься, и у тебя все будет. Все будет, и работа, и машина, и девочки на халяву. Ладно. Извини, испортил тебе вечер. Да нет, это… Ты извини, я… Да нет уж. На вот. Видишь, как повезло, аванс дали сегодня. Эй, ты что, ты убери деньги. Ой, ладно. Не генерал еще пока у вас. И не партийная шишка. Варя, убери. Счастливо оставаться. Я заплачу. Варя! Варя, ты куда? Варя! Молодой человек, вы куда? Деньги на столе. Варя! Пойдемте, рассчитайтесь, как положено. Твою мать!
Ничего себе. Ну и что? Всю ночь здесь простоял? А чего? Я дом твой запомнил. А номер квартиры? Стал бы я тебя в час ночи по соседям искать. А ты у нас, значит, упорный такой, да? Чего? Ничего. В общем, я не знаю, зачем ты приехал, но… Я тоже столько не зарабатываю, чтобы тебя каждый день по ресторанам водить. Так, собственно, за этим и приехал. Возьми. Не возьму. Да, все, это не обсуждается. Хорошо. Пусть будет так. Все? Нет. Я вчера… Короче, наговорил лишнее. Хотел попросить прощения. Серьезно? Так. В общем, я тоже была вчера… Была не права, и я тоже прошу у тебя прощения. Ладно, ладно, пошли. Я поеду. Пошли. Чаем тебя горячим напою. Да я поеду. Да потом поедешь. Пошли, говорю. Подхватишь воспаление легких, мне потом отвечай. Здоровье. О, дядя Миша пришел! Привет! Здорово! А ты чего не в садике? Сегодня суббота! Сегодня не надо в садик! Ах ты хулиган! Так, Вячеслав, в садик, может, и не надо, а вот умыться и зубы почистить обязательно. Я быстро! Здравствуйте. Здравствуйте. Мам, у нас гости. Это Михаил, шофер Борис Ефремович. Очень приятно. Пусти, пожалуйста. Я ребенку завтрак приготовлю. Может, я… Ешь. Мама! Бабушка! У нас душ! Баба! У нас настоящий потоп! Этого нам еще не хватает. Смотри, какой фонтан! Господи! Слава, ты что, ты с ума сошел? Куда ты лезешь, Слава? А Борис Ефремович-то в курсе? В курсе чего? К кому ходит в гости его шофер, пока он в отъезде? А плевать. В курсе твой Борис Ефремович? Или нет? А, понятно. Ну вот, смотри. Вот этого? Угу. Вот сюда. Так. Вот это? Вот сюда. Ага. Вот. А ты говорил, не получится. Теперь надо проверить, работает или нет. Алло. Да, алло, вы слышите? Я не слышу. Говорите громче, пожалуйста. Громче. Ты… Послушай, ты слышишь? Дядя Миша, это же душ. Это не телефон. Да? А я как-то… Не разобрался. Ну что, остается только его поставить теперь? Ну так пошли ставить. Ну так пошли.
ты идешь? Нет. Куда ты смотришь-то? На маму твою смотрю. Да пошли уже. Да идем, идем. Ты хоть согрелся? Да, спасибо тебе за чай. Тебе за душ. Да ладно. И за Славку тоже. Хороший у тебя пацан. Хороший. Скажи, мы когда с залива возвращались, ты сказал мне, чтобы я обижала от Зайкова. Что ты имел в виду? Понимаешь, безотносительно всего, гнилой он человек, опасный, внешне вежливый, культурный, да, а подцепит тебя на крючок, и уже никуда не денешься. Это ты про себя? Это я про тебя. Я-то ладно. Ты осторожнее с ним. Да мне вообще от него ничего не нужно. Ты думаешь, почему я вчера с ним согласилась поужинать? Хотел сказать, что подстал от меня. Раз и навсегда. Ладно, проехали. Я позвоню как-нибудь. Славка просился на машине покататься. Ну, позвони. Раз Славка просился. Чего-нибудь понимаешь? Он тут не в первый раз. У тебя же вот что, с ним крутит, что ли? Не знаю. Вот и я не понимаю ни хрена. Здорово, мужики! Здорово! Ась! Ну-ка, поди сюда. Чего? Ты чё, пьяный? Ну и чё ты взял, дядька? Да морды лица, как у придурка. Так это, не выспался, наверное? А лыбись чё? А чё, нельзя? Можно. Вот и езжай. Марья Давыдовна? Варенька, вы только не волнуйтесь. Маму на скорой в больницу увезли. Она попросила вас дождаться. А Славик у нас, Сонечка играет. Подождите, с мамой что? С сердцем что-то. Ну, как я поняла, ее положили, чтобы сделать какие-то анализы, поскольку в домашних условиях это сделать невозможно. Я записала адрес. Вы поезжайте, не волнуйтесь. О Славике я позабочусь. Давайте. Спасибо вам большое, Марья Давыдовна. Ну, что вы, что, Варенька? Спасибо. Да ну что вы, Варенька, поезжайте.
я могу вам сказать? В общем, хирургическое вмешательство сейчас не требуется. Но медикаментозное лечение просто необходимо. Понимаете, мерцательная аритмия – такая вещь, если не лечиться, может произойти все, что угодно. От ишемического инсульта, инфаркта, до образования тромбов и внезапного летального исхода. Так что все это очень серьезно. Вы меня понимаете? Да, я понимаю. Хорошо. Я лекарство выписала. Правда, сейчас с лекарствами туго. Но вы все-таки сходите в дежурную аптеку, мало ли. Конечно. Скажите, я могу увидеть маму? Она сейчас в палате, спит. Мы ей успокоительное дали. Да не волнуйтесь вы. Мы внимательно за ней наблюдаем. Завтра ей станет получше, вот тогда и повидаетесь. Позвоните мне завтра. Девушка, из всего этого у нас только дигоксин был. И тот кончился года 3 тому назад. И что, и нигде нельзя этого купить? Ну почему нельзя? Можно. 300 км отсюда. Где? В Хельсинки. Аптек 20 оббежала, нигде ничего нет. Я даже в центральную звонила. Бесполезно. Да, Варенька. В этой стране лучше не болеть. Странно. Вы сейчас так сказали. Петька бы мой так же сказал. Царствие ему небесное. К сожалению, ваш муж был прав. Ладно, уже поздно, пойду. А вы не стесняйтесь, приводите Славика. Спасибо вам большое, Марья Давыдовна. Вы меня простите, Варенька. Но Надя мне сказала, что у вас появился какой-то очень влиятельный знакомый. Может, попробую через него? Марья Давыдовна, дело в том, что там не все так просто. Знаете, Варенька, никогда не бывает все просто. Но речь идет о жизни вашей мамы. Что бы там ни было, побеспокойте этого человека. Вы же сами понимаете, парень. Мама у вас одна. Подумайте, Варенька. Подумайте. Да, алло. Алло, Варя, здравствуйте. Это Борис. Да, Борис Ефремович, здравствуйте. Надеюсь, я не поздно звоню? Нет, не поздно. Варя, вы даже не представляете, как я рад слышать ваш голос. Вы знаете, я всю поездку чувствовал, что виноват перед вами. И чтобы загладить свою вину, я хочу вам сделать неожиданное предложение. Не поверите, но я уже знаю, что у вас в ближайшие 2 дня выходные. Так вот, если, конечно, вы не против, я завтра постараюсь пораньше освободиться и часиком к 12 заехать за вами. Я хочу показать вам одно чудное место на Карельском перешейке. Там тихие охотничьи домики для своих. Борис Ефремович, послушайте. Честно говоря, я хотела бы... Алло! Алло! Борис Ефремович, вы слышите меня? Варя! К сожалению, завтра... Варя, вас почти не слышно. Я говорю, что завтра я вряд ли смогу куда-либо поехать. Что вы говорите, но... Варя? Борис Ефремович, у меня к вам будет одна просьба. Это связано с моей мамой. Я вас почти не слышу. Что? Алло. Варя. Борис Ефремович, вы слышите меня? Варь, теперь я слышу. Варь, смотрите, пока связь окончательно не прервалась, завтра в 12 часов я вас забираю. Хорошо? Ну так что, договорились? Варя! Алло, вы меня слышите? Да, хорошо. Ну отлично, договорились. Все, спокойной ночи.
Спокойной ночи. Она согласилась? Кто, Варя? А с чего бы ей не согласиться? Надеюсь, в мое отсутствие ты ничего лишнего в ее адрес не позволил? Нет. Смотри, Мишанин, организуешь нам шашлычок, поболтаешь с нами, если хочешь, можешь выпить, а потом пойдешь на рыбалку, рыбу пойдешь ловить. Какую рыбу? Ну как какую? Не знаю, там окуней, ершей. Какую рыбу ловят? Главное, чтобы ты ее ловил до самого утра. Так что оденься потеплее. Я слушаю. Ну, слава богу. Полчаса до вас пытаюсь дозвониться, думала уже так ехать. Это дочка Надежды Сергеевны Поляковой вас беспокоит. Здравствуйте. Да, здрасте, помню. Вы лекарства нашли? Нет пока. Но я все аптеки оббегала. Понятно. Ну, в таком случае ехать сюда пока не торопитесь. Надежда Сергеевна сейчас должна как можно больше спать. Скажите, как она? Состояние стабильное, не волнуйтесь. А вот лекарства, что я вам вчера выписала, все же постарайтесь найти. Да, да, конечно. До свидания. До свидания. А где Борис Ефремович? Привет. Планы поменялись. Он будет ждать на месте. Мне велено тебя доставить. Черт! Ему можно позвонить? Не обладаю такой информацией. Так ты едешь или нет? Ты что, не разговариваешь со мной? А о чем с тобой разговаривать? Хозяин вернулся, вот с ним и наговоришься. Хорошо. Буду разговаривать с хозяином.